В очередной раз приехали на реку Аку. Будем пытаться ловить хищника. Приехал я сюда в 2 часа дня. Начал ловить сразу малька. Малек в этот раз прям буквально занял у меня его поимка минут где-то 30. Быстро. То есть очень быстро, очень много. Но в основном, правда, окунь. Окуня у нас рабочий по щуке и по налиму. Я бы не сказал, чтобы сильно очень. Судак тоже его недолюбливает. Слишком уж он больно колючий. Вот. Полотвички в этот раз мало. Что там у нас, по-моему, пытается клевать. Полотвички мало. Поставил... А, карасика одного даже маленького поймал. Поставил я в основном пескаря. 4 донки на пескаря, 2 донки на... Нет, 1 донку на латвичку и 1 донку на окуня. Что-то у нас тут дрожит, понятно. Ну да ладно. Забросы не дальние. Течение сильное, очень играет. Груза поставил 4, но я так думаю, чуть-чуть попозже я... Чуть попозже я усилю их. Изолянт с собой взял, да, гуску сверху еще 3 унции добавлю. Того будет 7. Думаю, не должно сносить. Течение, скорее всего, играет. И рыба. Разнес спиннинги довольно-таки порядочное расстояние. Где-то метров, наверное, 80 друг от друга. Даже, наверное, поболее, метров 100. Опять ловлю на 6 спиннингов. Погрузка снасти самая простая, груз, скользящий груз, леска основная 0,5, от нее карабинчик и поводок где-то около метра длиной и леска 0,3. Крючки единичка по европейским классификации. Вот, пока ждем, решил приготовить себе немножко покушать. Тушенка. Самая обычная ельнинская, беру дешевое, качественное, относительно более-менее. Мясо хотя бы есть, халву, а второе к чаю. Потом хлеба 2 роллтона. Пока закипает водичка в котелке, закину пару роллтонов. Специи не добавляю, потому что самое вредное оказывается в специях. Посмотрел недавно программу развивающую. Оказывается, самое вредное — это специи. Специи не кидаем туда, добавляем тушенку. Ну, это быстро, быстро, сытно. Ну вот, можно поправиться. Натаскал дров, дрова где-то тоже занял, где-то в районе 40 минут запас на ночь. Коврик, на нем сегодня буду ночевать, куртка, теплые вещи. Ну и пила. Пила обычная, походная. Стоила она рублей 400, покупал давно уже. Года, наверное, 4 назад периодически беру, пользуюсь. Удобная складная, единственное, при спиливании больших бревен заедает периодически. Закусывает, приходится выдергивать ее. А так, в принципе, ничего. Деревья с толщиной в руку. Пилит здорово, быстро. Вот. Наготовил запас, вот вода закипать сейчас буду. Закидывать роллтоны и тушенку. Ну, в принципе, так все пока. Больше снимать нечего. Встал я чуть повыше того места, где я до этого ловил. Рекомендовал мне все-таки товарищ перебраться сюда, потому что здесь ловил судака, но небольшого, где-то до 1,5 килограмм. Вот. Я в тот раз сидел ниже, как я уже говорил. Надо попробовать повыше. Перешел повыше, будем смотреть, получится, не получится, выйдет, не выйдет. Ну, опять же, практика. Будем узнавать место. Это новое, незнакомое, никогда здесь не ловил. Да, это второй мой выезд сюда. Ловил постоянно выше. По течению где-то километра 3-3,5, наверное, отсюда. Уж очень долго дорог сюда занимает. Это в районе 1,5 часов пешком. Плюс еще явилась неприятная неожиданность, что перекопали поле, пришлось идти берегом.
опаснее не стало. Это вверх-вниз. Те, кто ездил или когда-либо был на Цемлянке, знают, какие здесь берега обрывистые. Высокие, довольно-таки тяжело со всем своим скрабом подниматься. Это вверх-вниз, все эти маневры снимают массу усилий. Ну, в принципе, пока больше писать ничего не буду. Сейчас пойду приготовлю поесть, покушаю. И там уже по ситуации. Если будет попадаться, буду я снимать дальше. Если нет, ну тогда утром эпилог сниму. Как что, чего и было. Лучше плохая рыбалка, чем хороший день на работе. Так что так, в принципе, все. Пока все. До утра. Ну или до первой поимки какого-либо хищника. Всё, увидимся.